Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы словили двух покемонов, второго покемона с каким-то небольшим багом, да, что он как бы раздвоился. И сейчас, ребята, в принципе, мы продолжим прокачивать наших покемонов, но сначала пойдем выкладим вот все это в сундуки, да. Так. Ну да чё ты глючишь-то или чё это? Вот. Так, так. Дисков больше вот нету. Сюда вот это и это. О, там покемон босс, ребята. Вот нет. Вот так и вот так. Там покемон босс. Сейчас мы до тебя... Это босс или это шайни? Нет, это босс. Так. Где ты? Вот он. Отлично. Ancient Power. Да, вот это нужно изучать, чтобы он прокачался. Так. Так, 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 так. Давайте вот сюда. Мы еще один молот выбили, да. Так, ребята, сейчас вот там электробас есть. Давай-ка, добра. Ой, не то нажал. Вот, отлично. Вот. Так, пытаемся словить. Ну, электробас. А, отлично, ребята, словили мы его. Потом я его прокачаю. Шани! Чуть не подавился слюной или чем это? Кто там? Только не... Нет, только не... Кто там? Где Шани? Да твою ж мать, опять Сикинг. Да ты че, иди ты Сикинг. Даже если ты и Шани. Извиняюсь, друзья, убиваю я Шани, но в принципе Сикинг у нас есть. А хотя бы если бы там какой-то другой заспавнился, то уже бы намного лучше было бы, но. Ладно. Так, идем мы вот сюда. Тут у нас. Никого, тут у нас гора, тут у нас еще одна гора, тут у нас прыгаем вот сюда и идем опять вот сюда, там у нас покемон босс, идем мы вот туда, так, это, да, можно его убить, так, иди сюда. Так, сейчас можно, в принципе, вот сюда. Тут никого. Тут тоже. Тут тоже. Ладно. Так, тут у нас что-то... Там у нас, да, это покемон босс. Сейчас мы туда-то поехнемся. Вот он, отлично. И вот так. Ай. Ага. О, Яна моя эволюционирует. Отлично. Ну давай, давай, давай. Давай, расти уже. Вот. Ярмега. Офигенно. Так, вот он. Да не ты. Вот он. А, ну, в принципе, прикольно. Прикольный. Покемон. Так. У него уже нет эволюции, я так думаю, да?
Поэтому можно его уже, я думаю, в компьютер поставить будет. Ух, сколько вас там. Так, давайте. Идем мы вот сюда. Ну, рейквазы там летают кучами. Там по так, там у нас покемон босс, так что идем вот сюда. Только не в земле, пожалуйста. Ну где же? А, нет, вот он, отлично. И отлично. Так, идем мы в джунгли, в принципе, можно. Никого. Тоже никого. Сюда можно. Сюда. О, вот там у нас покемон босс. Отлично. Так, где ты? Вот он. Отлично, отлично, отлично. Иди-ка ты вот сюда. Нужно идти вылечить наших покемонов, я уже думаю. Но еще если будет какой-то босс. Сейчас мы посмотрим. Нет, не думаю, что будет, хотя... Хотя... Давайте вот сюда пойдем. Сюда, например, еще. О, покемон босс. Иди-ка ты вот сюда. Если он не летает, он летающий. Твою ж мать. Ладно, давайте немножко в догонялки поиграемся. Если мы его, конечно, догоним. Да не в ту сторону, зверюга. Так, сюда. А, да ты ж пьяный. А, хрен с тобой. Иди вот сюда, иди вот сюда. Так, где ты, зараза? Ух, их там двое. Или я что-то куда-то... Давай, давай, зараза летающая, отлично. Ух, ни хрен, охренеть, как отлично. Да не, да нет, это Генгар. Ух, если убьем, отлично, убили. Так, иди сюда, там еще один. Но тебя уже можно, я так думаю, отозвать, да. Но вот суть в том, что фиг его знает, убьем или сейчас Генгаром вот этого. Просто у меня еще и залагало, вот. Охренеть. Да, это не очень. Так, я так думаю, сейчас опять нужно будет покемона вылечить. Да твою ж мать. Убежать нельзя. Убежали. Да ты ж. Так, ладно. Да. Да, ой, да чё-то. Так. Иди-ка ты сюда, зараза. Сейчас мы тебя... И вот так. А, нет. Еще раз по башке. По башке, не по башке, что там у тебя? Ну, отлично. Так. Убили, заразу. Так, тут у нас... Тут у нас никого.
И тут, в принципе, тоже. Тут тоже. Где там остров? Вот он. Так. Давайте. Сколько? Ну, кадабру, я уже думаю, уже можно будет эволюционировать. Я так уже думаю. Сейчас то, что нужно прокачать Лайрона. А будем мы его, наверное, все-таки прокачивать. Ах. Ну. Вот так. Чтобы было быстрее, я так думаю. И Мьюту. Я так думаю, будет быстрее. Вот там у нас покемон босс, только не в земле. В принципе, он не в земле, я так думаю, но он что-то нереально быстрый какой-то. Или он летающий, зараза. А, или я не туда плыву? Да вроде нет. Тогда где он? Ладно, сейчас мы его вот тут встретим. А, вот ты. Да, ты, паскуда. Иди сюда. Где ты? Вот. Вот, зараза. Убежать хотел быстрый с болота. Не, ну действительно быстрые. Вот эти плавающие, летающие покемоны нереально быстрые. Ух, места уже нету, места уже нету, места уже нету. Так, идем мы сюда быстренько. Там еще один покемон босс. В земле или нет? Да. Нет. Нет, да, ну, в принципе, если не убьет Лайрона с одного удара, ху, отлично. Сейчас. Ух, там воздух случайно еще не того. Или он как-то вообще не того. Да вроде нет. Так, бежим, летим, телепортируемся домой. Так. Вылечим наших покемонов. Ну давай уже, так. И давайте все это поскладываем в сундуки. Опять куча всего. Так, вот это. Тут. И вот сюда. И, в принципе, ребята, сейчас. Хотя, что ты тут? Ну, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всем за просмотр. Всем удачи, всем пока.